Который час? Этот вопрос люди задают друг другу с начала 12 века. За это время сами часы кардинально менялись. Напольные, наручные, карманные и, конечно же, настенные, без которых сложно представить любую квартиру, потому что они являются не только достоверным источником о времени, но и украшением интерьера. В музее «Модерна» посетители путешествуют во времени. Здесь открылась выставка часов. Экспонаты подбирали с особой тщательностью из фондов музея Алабина. Представлены экземпляры с середины 19 века, которые украшали купеческие дома. Есть и представители советского прошлого. Одни из самых ценных часов из магазина «Шварца». Один из самых знаменитых, наверное, торговцев часовыми изделиями и ювелирными украшениями в Самаре. То есть у него был очень большой магазин на Дворянской улице, на улице Куйбышева. И вот он продавал, и вот есть у нас часы из его магазина. Познакомиться с уникальными часами можно в музее «Модерна» до 13 января. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.